Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Вышли прогуляться после всех процедур. Нужно отдохнуть. Теперь процедуры у нас будут после 16:00. А сейчас пошли по селу, посмотрим, что здесь есть, достопримечательности. Село очень ухоженное. У всех такие красивые заборчики. Такое ограждение, кованые. Просто эксклюзивы есть. А вот церковь. Наверное, это католическая. А может быть, ну я не разбираюсь. Ну, возможно. Обычно тут по воскресеньям никто не работает, все идут в церковь. Вот такой заборчик. Очень красивый. Дорого, богато, близко, за границей. Румыния близко. Люди многие ездят работать в Польшу, в Венгрию. Красота. Галина. Магазинчики сейчас. С экопродуктами. Все натуральное. Молоко, творожок. Все домашнее, девочки, мальчики. А вот уже, видите, вот-вот уже скоро листики пойдут. Набубнявилось. Цветут подснежники. Вот сколько, да, и шафран. Такой красивый дом. Шикарный. Здесь негде работать. Где здесь работать? Один санаторий, ну и можно в магазине. Все. И вся работа. Все же не будут в санатории работать. Естественно, едут за границу. Ой, как красиво. Ну, вот эти заборы, один лучше всех другого. Этот, конечно, шикарный. Такой домик. Продаются саженцы. Это груша все. Анютины глазки. Ой, вот эти красивенные. Да, будем делать ленивые вареники. Да? Дома их не ровно. Но тут попробуем. Не говори. Времени много, можно сделать и вареники. Ленивые с картоплей. Мастер-класс. Я снимаю, вы делаете. Нормально. Как тебе? Ой, смотри, синее. О. Такое крыльцо. Класс. Все блестит. И при церкви кладбище. А, была старая церковь. А теперь на пожертвование построено новое. Вот такой фасад. Ну, красиво, красиво, ничего не скажешь. Это на кладбище, да, тоже, по-моему. Да, очень много. Не надо ли? Кладбище старое, захоронение, ну, того века еще. Смотрите, 100, почти 100 лет человек прожил. Молодцы. Здесь уже по-современному. Еремчук.
Мария Ивановна и Микола Иванович. Мария Ивановна пережила своего человека. А это давно, 70-х годов, да? Не, 84-й, 87-й. Такое захоронение. У них нет оградок, как у нас. А на этой могилке просто растет дерево. Давайте на вершине снег лежит. Нет, я вчера это снимала. Конечно, тут будет холодно. Вокруг нас окружает горы со снегом. Сейчас солнышко, и они пригрелись. Их очень-очень много. Форельки. Красавицы. Течет вода быстро-быстро. А, и здесь тоже есть. Вверху еще лежит снег, но не на всех вершинах. Сегодня утром был снег, уже растаял. А там на вершине еще лежит. Где вы спрятались? Мини-водопад. Стресс. Убегают. Форельки, вернитесь. Сбились в кучу. Вот она. Вот такая ферма форелевая. Стоят на месте, греются.